Не хватает монет на сильную команду? Не беда. Покупай монеты у крабов. Краба.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и мы сегодня показываем, как играет мой состав Принц Альбион. Здесь довольно-таки крутые игроки. Насри, Руни, Волкот, Дембеле, Каутиньо, Фернандиньо, Кассельни, Бейнс, Кехилл, Сабалета и Дехе. Команда номинально слабее, чем мои короли, то есть там, где Старич, Ди Мари и так далее. Но она очень сильная, многие, я думаю, что они мечтают, либо просто хотят этих сильнейших игроков иметь у себя в составе. Потому что английская премьер-лига в FIFA очень богаты на таланты, можно и 2, и 3 состава собрать и не обломаться в их силе, в качестве, в сыгранности. Посмотрим, как сегодня принцы докажут ли свое королевское происхождение. Так, у нас сегодня Челси, Аскона, Тим. Ребят, российская премьер-лига, рейтинг 79. Ладыгин, УПН, Думбия. Ну что ж, Аршавин, Суфа, все наши. Посмотрим. Эх, ностальгия. Давайте порвем этих. Так, Фернандини, низ сюда, Насри, Руни. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, Насри. Давай, Чарлюка, обгоняй. Ну, ребят, это классика. Это просто классика жанра. Пройти и дать пас в центр. Каутиньо это клево. Лохматенький, кучерявый. Все, давай еще раз Чарлюку обходим медленного. Похожий, но уже с другим завершающим. Все-таки, да, Шишкин, Чарлюка медленные. Я постараюсь больше не сбивать такие голы, потому что все. Я понял, что это можно. Я понял, что мы пока выигрываем. Каутиньо сам. Простили. Каутиньо простил. Ой, хорошо был Суфенок. Дьяло. Этот, который 69. Или сколько там, 66 у него? Ну, сразу видно, что не топовый. Ой, все. Ой, хорошо. Три вообще, трое. Ребятушки. Ну. Я, конечно, дико извиняюсь, но тут реально был пенальти. Ну что ж, кто у нас сегодня? Кто сегодня на повестке дня ударит по центру верхом? Блин. У меня срезался палец, и мы ударили намного выше ворот. Я, честно, не хотел так бить, хотел все-таки забить, но ничего страшного. Пока не расстроен, потому что, ну, если мы проиграем из-за того, что я не забил лишний гол, то это будет, конечно, плохо. Ой, уйти. Я давал пижонский пас наверх, честно, то есть я пытался так сделать, но они решили по-своему, и я, в принципе, не против. А вот сломали. Ой-ой-ой. Ой, хорошо, ой, чуть стало расслабиться сразу. Сразу двое вышли, и мы им сломали нападающего. Пока хороший счет, пока, честно, в одни ворота. То есть они забили, конечно, но это ничего не значит. Или волк хотя бы. Почти забил. Так, все, крути не пошел. Вот, обгрался с защитника на скорости, и второго тоже, и третьего, и все, и всех. Ну, вот так сделаем. Ваш там защитник упал, пытался на амбразуру лечь, но, к сожалению, для них ничего не получилось. Посмотрите, такой... 13-й номер не успел. И Теолка забивает. Как-то вот без накала, не очень интересный матч. Поэтому будем выпендриваться. Будем бить издалека, мимо. Будем еще что-нибудь как-то мутить. Экс. Кэхилл, давай, бей! Давай, головой. Опа, кто такой карлик? Оскар, что ли? Или это вообще кто-то? Вот реально маленький человечек выиграл борьбу во вратарской площади. Посмотрите, то есть раз... Вот Кэхилл молодец. И вот... Просто кто это? Бейнс! Бейнс головой забил.
Охренительно. Чего делал и Кэхилл, и Бэйнс в штрафной чужой? Я понятия не имею. Кэхилл, я смотрю, вообще... Оп. Избиение младенцев реальное, просто. Тут все летит, головой Бэйнс забивает, мы можем позволить себе навешивать в вратарскую. Давай. Пацаны, ты как так-то? Вот это тема, вот это я понимаю искусство. Искусство не забить с полуметра в пустые ворота. Давай еще разок. Ой, не, ну ладно, 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 ладно. Ладно, тут головой тоже выиграли. Забили, забили я. 6-3, довольно легкая победа, спижонили, не забили пенальти. Ну, потому что команды были разные по классу. Тут не я хорошо играю, а просто у меня команда лучше. Но принцип, при всем при том, нельзя их умаливать, их значение, их силы. В общем, короче, все хорошо. Я к этому веду. Спасибо, подписывайтесь, вам всех пока.